Боюсь, тебя обманули. Обманули! Биткоин – это самая известная цифровая валюта, которая используется только в интернете. Зашифрованные копии данных об операциях биткоина хранятся на серверах у всех участников системы. Благодаря этому подделать или украсть биткоин невозможно. Криптовалюта не выпускается и не контролируется банками или правительством какой-либо страны. С одной стороны, это позволяет проводить операции без посредников. Участники не платят комиссию за переводы или покупки. Но с другой стороны, это позволяет использовать криптовалюту в преступных целях. Спецслужбы не могут отследить и предотвратить покупку или продажу запрещенных товаров. Что дальше будет с криптовалютой? Трудно сказать. Возможно, за ней будущее мировой экономики. А нет, я про эту. Это можешь съесть, она же шоколадная.